Новый год – время волшебства, сказки и веры в чудо. Конечно же, все дети ждут подарков от главного волшебника – Деда Мороза. В дни новогодних каникул в Театре музыки, драмы и комедии пройдет спектакль «Огниво». Спектакль «Огниво» – это добрая семейная история, которая окутывает зрителей атмосферой любви и волшебства. Он рассказывает о любви, которая случилась с первого взгляда, о смелости и выносливости, о помощи и поддержке верных друзей. Герои спектакля ведут зрителей в увлекательный мир сказок, где добро всегда побеждает зло. Каждый зритель, независимо от возраста, будет вовлечен в эту удивительную историю, ведь спектакль предназначен для семейного просмотра. Он проникает в сердце каждого зрителя, передает важные послания о дружбе, верности, силе любви и умение преодолевать трудности. Фойе театра, украшенное старинными открытками, Змей Горыныч, разместившийся на балконе, представление у нарядной красавицы елки со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой-Ягой – все это создает атмосферу сказки. Новый год – один из самых ожидаемых и любимых праздников детей. Что же делает этот праздник особенным и незабываемым для них? Вся атмосфера новогодняя. Просто приятно. Все сбываются мечты. Он очень милый и красивый. То, что все добрые и достает Новый год. Я люблю Новый год за то, что наряжают елку красиво и зима. За то, что Дед Мороз всем дает подарки. Из-за того, что елку все наряжают. Новый год – праздник, который любят взрослые и дети. Он наполнен чудесами, волшебством и возможностями. Это время, когда каждый может мечтать и верить в исполнение своих желаний. Закрыв глаза и загадая желания, дети верят, что их мечты обязательно исполнятся. Ведь Дед Мороз и его волшебная сила способны исполнить все. А что ты загадал? Пистолет. Чтобы у нас всегда денег много было. Я загадал, чтобы у меня семья была всегда здоровая. Игрушечную машину из будущего. Мы загадали с детьми, чтобы наконец-то закончилось у нас СВО, написали много писем, отправили посылку. Новый год – праздник, который объединяет всех. В дни новогодних каникул Театр музыки, драмы и комедии покажет свои лучшие и добрые спектакли, а также премьеру уходящего года – яркий динамичный спектакль для семейного просмотра «Огниво». Юлия Балдина, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.